Здравствуйте, меня зовут Людмила Бублеева. Я эксперт по здоровью, специалист в области ароматерапии, фармацевт. А еще я мама и бабушка. У меня всегда на первом месте было здоровье моей семьи. Сейчас это как никогда актуально. Мы живем с вами в непростое время. И в каждой семье, я думаю, присутствует какая-то тревожность, нервозность. Нам, взрослым, порой не просто справляться со своими эмоциями, а каково нашим детям. Они ведь тоже очень четко чувствуют настроение мамы и папы. И я хочу поделиться с вами, как я помогаю своим близким сохранить свое здоровье и снять нервное напряжение. На помощь мне приходит ароматерапия. Есть два чудесных эфирных масла, которые я регулярно использую в своем доме. Это лаванда. Это королева ароматерапии. Оно настолько мягкое, легкое, безопасное, что рекомендуется с рождения. Оно прекрасно снимает тревожность, успокаивает, снимает напряжение, нормализует сон. Посмотрите в окно. У нас сейчас практически нет солнечных дней, а масло апельсина, солнечное масло, оно впитало в себя солнечную энергию и силу. Оно как волшебник, улучшает настроение, дает энергию и одновременно успокаивает и улучшает сон. Эти два масла дети просто обожают. Как же я применяю эфирные масла? Во-первых, это распыление в воздух. Для этого я использую прекрасный вот такой прибор.